Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники и Олуха. Так, первый день забирает 37,5 миллиона древесины. Так, и в первую очередь надо посмотреть, есть ли у нас события. Ничего себе, 10 штук. Опачки, угроза, парящий сюрприз. Дальше у нас идет происшествие увлекательной заготовки. Но, правда, еще сутки придется подождать. Ладно, ничего страшного, подождем. Главное, что и есть чем сегодня заняться. Так, ну-ка посмотрим, что у нас тут интересненького. Давай вот это вот возьмем. Беззубик, что ты мне принес? А? Поделись. Замечательно. Как раз та самая статуэточка, которая мне нужна. А, давай, наверное, его сразу же отправим. Дальше на поиски этих статуэток. Сколько нам еще надо посмотреть штук? А, надо будет. Ой, что я делаю? Надо вот сюда нажимать. Начать. Еще две штуки надо. Две статуэтки такие. Ну что же, пускай Беззубик тогда летит. Ну, а мы начнем забирать наши награды. Так, 20 рун. Так, лети за древесиной. За древесиной. Кто у нас тут? Что еще? А он что, до сих пор еще не получил у меня 112 уровень? Ты что, парень, серьезно что ли? Ё-моё. А я даже и не обратил внимания, если честно. Будем знать, что у нас ветрокрыл должен получить 112 уровень. Так, давай за рыбой. Тоже за рыбой дуй. Тут, само собой, за рыбой. Блин, мало, конечно, не приносят мне. Хотелось бы побольше ресурсов. Так, ну давайте, 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 тоже дуйте. Нечего вам тут сидеть. Как говорится, бока належивать. Чешуйка плюс тусклый янтарь. Здесь у нас 54 миллиона рыбы. Опа. А... Не могу понять, а почему древесину я не могу... А, типа перебор будет. 100... Блин, нам чуть-чуть не хватает рыбы. Чуточку совсем, чтобы... Так, а давай-ка мы тебе, наверное, отправим за железом. Блин, а где же мне взять... Где же мне взять недостающую рыбу? Друзья. Хотя, в принципе, есть события. Сегодня можно, в принципе, там попробовать набить. Но почему бы и нет? И я, лично я не вижу никаких к этому препятствий. Да, мы, наверное, там как раз и набьем. Так, ну что, сарделечка, ты мне дашь? А дает он мне два флагштока порванных. Иди делай постройки бесплатно. Так, барсик. Ну-ка давай посмотрим, что ты мне тут подкинешь. Я готов на все, кроме шестеренок. Шестеренки мне не особо нужны. Ну, именно... А, нет, руны. Я уже было подумал, сейчас именно шестереночки мне... Чего ты не летишь-то? А, ну у тебя же новое приключение. Лети. Так, сморкало, что мне принесет? Яйцо древоруба. Насколько я помню, да? Так, а Громгильда нам приносит тусклый янтарь 84 штуки. Пускай летит в лес бесплатно. Так, ну что, с этими мы разобрались. Забираем блестящий янтарь, а новый можно... заказать вам? Нет, нельзя. Тогда начнем открывать паки. Так, монета Одина. Древоруб, кревет, шепот смерти. Громоножка, что нет, шестеренка. Я думал, там может дракон будет. Так, ну что, 6 монет Одина. И громоли, кревет, костолом. И даже железо, 20 штук. Замечательно. Слушай, кстати, у нас... Да подожди ты, там вроде бы у нас накоплена рыба, так точно. И есть контакт. Ну что же, давай-ка посмотрим, сколько у нас вообще драконов уже прокачано. Так, я уже забыл, как там смотреть-то. Что мы должны прокачать? Улучшить.
Так, ребят, нам нужно еще 7 драконов. 7. Да это дофигища на самом деле. Так, что у нас тут? Созрел пак, ну, точнее уже время стекло, как говорится, и мы можем его спокойненько открыть. Так, громобой, древоруб, крылатый ужас, водорез. Сразу следующий ставим на открытие. И смотрим, что... Так, гнездо и тусклый янтарь. Вроде бы как все собрал. Пойдем теперь забирать здесь. Ежедневки, как говорится. Первая награда в кармане. Насколько я понимаю... А, нет. Хотя хватит. Да, 2 награды, друзья, получаем. 2 наградушки. И это у нас... А что это вообще такое? Царапалки. Понятно, будем знать, что это у нас царапалки. Я, кстати, так и не посмотрел, что у нас на сезонном рынке. Так, Инферно 8800. Гнус. Ледяная погибель. Стук. Постигниль. Зубоскал. Страхокол. Сонный ворчун. Бельевая веревка викингов. Ну, бельевая веревка викингов. Метание топориков, тележка, колодец желаний, пугало и поленница. Вот такие награды у нас в этом месяце будут. Так, новости. А что там за новости? Новая версия уже вышла. Понятное дело, что новая версия уже вышла, иначе бы мы не смогли поиграть. Так, ну что, вот здесь у нас, ребят, все тихо, я так понимаю, да? Нет у нас тройничков. Обычный, необычный. Лучше бы показывали бы мне уже, который... Сколько у меня всего? 375, а нужно 2500, блин. Ну, прикольный на самом деле дракон. Блин, хочется, конечно, его получить. Но пока никак, ребят. Пока очень мало. Что-то в последнее время мне дубли перестали падать. Раньше сыпались только шорох, я их отпускал на волю. А теперь все. Теперь вроде не отпускаешь, но, как видишь, у меня громоножка эксклюзивная даже есть, а я не знал. 2, 2, 2, 2, 2. Видишь, везде по 2. А нам нужно 3. Так вот смотришь, даже... Диву дивишься, да, что сколько у нас драконов. Видимо, игре не понравилось, что я рассмотрел драконов. Она решила меня выкинуть. Так, найти фонарь. Нашли. Ну что, я пошел тогда, друзья, делать первое наше событие. Происшествие это увлекательное. А, подожди, нет, какой увлекательной заготовки? Вот, угроза. Парящий сюрприз. Так, это событие у нас длинное получается, да? Я даже боюсь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Короче, 3 заходки, ребята. 3 раза по 5 энергии. Ну да, 3 заходки. И как раз все мои выходные, ребята, улетят на прохождение этого события. Ага. Волна первая. Всего их будет 2. Ну, давай начнем, наверное, вот с этого все-таки. Не внушает он мне доверия. Что ты там хочешь сделать? А, он что-то слабо кусает. Добьем, наверное? Ага. Добить не выходит. Ну что, змеевичок? Ай-яй-яй, хвостом бьет. Ладно, будем мстить. Да ладно, еще и не добили. Твою ж дивизию, да как так-то? Гуляй отсюда. Хм. Втроем, да? Шипзики стоят тут. Начнем с этого. Потому что это синий. Нам его проще всего разобрать. Минус 1. Так, злобный змеевик выпендривается. Этот тоже, кстати, не отступает. Дай-ка я вот так сделаю и добью.
И остается здесь последний. Видишь, что делать? Усиление, ускорение еще к тому же. Сейчас будет больно кому-то. Мы тогда лечим раны и добиваем. В принципе, ничего сложного. Ну, а вот и наша рулетка. Что же нам тут достанется? А достается нам рыба. Блин, какой дополнительный? Ты что, Рэй, совсем что ли забыл? Нет у нас бонусов. Зато мы получаем 600 тусклого янтаря. Прогресс 8%. Ну что, едем дальше. У нас сейчас будет два поединка, после которых мы получаем с тобой загадочный пак. Так себе наградка, если честно. Кстати, надо было глянуть, что вообще там за высшая награда будет. Ну что ты выпендриваешься? Начинаешь там крутиться, елозить, как уш на сковородке. Раз, два, сейчас они вдвоем сходят. Потом мы этого добиваем. И надо будет еще громобоя бомбануть. Я сделаю вот так вот. Заодно себе раны подлечим. И броню понизим. Ну все, он тут уже ничего не сделает нам. Уничтожаем. Так, вторая волна. Ну, здесь у нас... Хотя, что я волнуюсь, ребят? Они же у нас хитрые, да? Мы против хитрых как раз тут топово зайдем. Блин, Кривоклык, конечно, слабоват против Синьки. Зато Синька против него очень хороша. Видишь, они сразу куда начинают бомбить. Ну что, добьешь всех? Красавчик. Очередное колесо крутанули и получаем прилив сил. Так, прилив сил уже начинает настораживать меня вот это вот. Когда мы получаем прилив сил или плод мудрости, стоит насторожиться, потому что босс наверняка здесь будет не из легких. Крылатый ужас. Что ему здесь надо? Что он забыл тут, а? Скажи-ка мне на милость. Да на тебе. Причем он в этой волне один. Зато здесь их сразу трое. Понятно. Хоферсон. Давай, наверное, с него и начнем. Начнем с него. Кривоклык, в принципе, добьет. Я надеюсь на это. Теперь давай разбираться с этими. Лучше бомбить уровень поменьше, потому что он быстрее уничтожится. Если есть выбор 16 или 17, конечно, лучше начать с 16 уровня. Нифига себе, ты посмотри, как он пропечатал. Это, конечно, жесть. Почти всю полоску ХП снес фаерболами. Уклонение. Повезло тебе, Кривоклык. Родился ты в рубашке. Рыба. Да, та самая рыбешка. В минимальных количествах пока выпадает. И забираем, вот он, наш первый пак. Загадочный. Давай, быстро на почту лети. Сейчас мы хотели посмотреть. 250 рун, ребят. Высшая награда здесь 250 рун. В принципе, мне лишними они не будут. Ну что, погнали. Так, две волны, опять он здесь один, значит, на второй волне будет их трое. Если судить по предыдущему поединку, который был у нас, да? Там тоже был один в первом поединке, а во втором уже все трое. Да на тебе! Ну, так оно и есть. Блин, два крылатых ужаса. И плюс скалотряс. Молодцы! Сейчас буду замораживать. Понижать броню. Так, этот будет сейчас двойной укус делать. Он еще и промахнулся, что очень даже радует. Сделаем так. Потом вот так.
Скалотряса уже нет, так что не волнуемся. И продолжаем бомбить их в прежнем темпе. Ну что ты там, крылатый ужас? Конец твой уже пришел к тебе. Сейчас я тебя уничтожать буду. Ты посмотри, как бьет больно, а? Но это ему не помогло. Опять рыба и опять очень мало. У нас получается сейчас последний поединок. Из доступных нам это будет последний поединок. Ну, поехали. Так, уже двое. Хм. Я, наверное, буду вот так все-таки делать. Уничтожу вначале шустрого. А теперь займемся хитрым. Блин, лишь бы он мне шторморезы не уничтожил. Лечимся. Да твою ж налево. Кривоклык, ну что ты ему оставил так мало здоровья-то? Мог бы и добить. Последняя волна. Хоферсон, Громель и этот шторморез. Слушай, лечиться будем или как? Или вот так лучше? Давай, наверное, так я бомбану. Блин, хотят уничтожить. Посмотри. Лечим раны. Мало ты залечил, конечно. Шторморец очень мало. Сейчас полетит фаербол, да, скорее всего? Естественно. Как же он без фаербола-то? Он не может обойтись без него. Так, кусаем и добивка. Проще пареной репы. Ну вот и последний раз крутим колесо. Забираем тут древесину и тусклый янтарь забрать. Так, грубо говоря, 30%, да? 33% сделали, ну да. Потом будет 66 и, в принципе, все. Событие будет пройдено. Так, монетки. Дальше. Древоруб, Громель, Кривоклык. И все. Что-то совсем они как-то, да, ребят, по минималочке стали нам давать. Ну что, вся братва моя тут, я смотрю, занимается делами. Не понял. Секундочку. То есть, ну давай отправим тогда этого. Пускай собирает рыбу. Раз есть такая возможность. Тоже хочешь рыбу пособирать? Этого за древесиной, но никак. Ну что, дорогие друзья, на этом сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!